Приветствую вас, мои дорогие зрители! С вами Лилия Донскова и 17-й каталог компании Oriflame. Ох, эти муки выбора, когда нужно выбрать всего лишь топ-10 из целого огромного каталога, где представлено огромное количество наименований продукции и столько всего интересного, разные скидки, акции. И тем более, что нас уже ждет с вами прекрасное событие – это праздник Новый год. И, конечно же, сейчас все готовятся к Новому году, поэтому я постаралась именно в этих закладочках отобразить те продукты и наборы, которые будут актуальны на подарки к Новому году. Ну что, поехали! Как я уже не раз забываю сказать, каталог действует с 28 ноября по 17 декабря. Целых 3 недели. И первый разворот посвящается набору для тела. Набор входит мыло Berry Mary с таким ягодным приятным ароматом. Если у вас есть бумажный каталог, то можно потереть страничку и вдохнуть такой приятный ягодный аромат. Крем для рук и пена для ванны 300 мл. Обычно такие подарки считаются самыми, наверное, приемлемыми, скорее всего, да, потому что их могут использовать все члены семьи, они всем приятны, они создают праздничное настроение, и это такой подарок, который используется достаточно долго, потому что мыло где-то месяц будет служить, крем для рук 2-3 месяца будет использоваться хозяйкой дома, и пена для ванны, она порадует всех членов семьи абсолютно, от самых маленьких до больших. Поэтому такой набор рекомендую. И обратите внимание сразу на следующем развороте несколько вариантов подарочной упаковки, потому что какой бы ни был классный подарок, но если его подача неинтересная, то он уже не будет выглядеть таким классным. А зачастую какой-нибудь маленький малыш, но в красивой коробочке сверху прилепить бантик, доставит огромное количество радости даже просто тем моментом, что нужно это распаковать, потратить какое-то время, чтобы добраться до того, что внутри этого подарка. Поэтому будьте внимательны, не пропускайте такой важный момент, как оформление. И если вы сами не сильны в дизайне, как я, например, я просто покупаю готовые коробочки, готовые пакеты красивые, какие-то бантики или заготовочки такие в виде снежинок, то есть аксессуаров, которые соответствуют празднику, и они всегда добавляют хорошее настроение. Следующая закладочка — это разворот, который посвящается набору аромат, то есть будет вот такой мини-спрей, 3 варианта: Divine, который, кстати, многие любят, магнетиста, который я хочу давно себе заказать именно в мини-формате, потому что не поняла сначала этот аромат, хочу его распробовать именно из мини, и Экламон Парфа, который я держу в руках. Второй продукт из набора — смягчающее средство, 3 варианта: один с маслом черно-смородиновой косточки, а второй с маслом косточки маракуйи, на который я прям сразу запала, и третий без аромата. То есть вот такой набор классный из 2 продуктов всего за 449 рублей, учитывая, что один аромат отдельно стоит 459 рублей, то есть на 10 рублей дороже. Получается, что на смягчающее средство идет практически в подарок, а так его стоимость 199 рублей. Я считаю, что этот набор, он просто классный. Кто-то, может быть, скажет: ароматы дарить не всегда корректно. Да, я согласна, но здесь подборка таких классных ароматов, и если вы хотя бы немножечко знаете вкусы, предпочтения того человека, которому хотите сделать подарок, то вы безошибочно можете выбрать такой легкий невесомый Divine, более такой чувственный аромат магнетиста и женственный праздничный Экламон Парфа. Выбирайте и радуйте своих близких самыми лучшими подарками. Следующий разворот для мужчин. Конечно, я не могла пройти мимо наших дорогих, любимых мужчин, потому что они достойны самых лучших подарков, потому что с ними жизнь прекраснее. И здесь, на этом развороте, средства для душа, волос и умывания 3 в 1, пена для бритья и мыло. Все это с углем увлажняет, успокаивает кожу, делает ее более мягкой и ухоженной. И согласитесь, приятно, когда мужчина рядом с вами хорошо выглядит, да? Махните в комментариях.
следующий продукт, который я выбрала, он меня просто впечатлил на 100%, и теперь я о нем всем рассказываю и всем рекомендую. Он будет у нас в каталоге спрятан в уголочке. Это основа под макияж, мгновенный эффект праймера, разглаживает, выравнивает, дарит сияние, выглядит просто великолепно. Вот это целый флакончик перламутровой жидкости, нереально приятный на ощупь, на вид, и одной капельки достаточно нанести на все лицо, дать прям минуточку впитаться, и я сразу беру тональное средство. Кстати, его я тоже выбрала в этот раз, тональное средство. Оказалось, что тонального средства теперь нужно в 2 раза меньше. То есть если раньше я делала 3 нажатия, то сейчас 1 и еще прям капельку, и получается вот такой эффект, как вы видите сейчас на моей коже. То есть лицо холеное, выглядит значительно моложе, на ощупь очень приятная кожа, нет никакой липкости, дискомфортных ощущений, макияж прекрасно лежит весь день. Даже заметила, что нет таких вот выделений, как раньше на коже. Ну, может быть, сейчас и уже не жара, как летом, но все равно эффект очень классный. Я сама очень довольна, и мне говорят комплименты: как ты хорошо выглядишь, ты еще посвежела. Ну, это приятно, когда тебе 48 лет и когда говорят, что ты классно выглядишь. Поэтому рекомендую вот этот волшебный продукт всем. Это будет роскошный подарок. Основа приходит в красивой черно-золотой коробочке, как вся серия Giordani. Поэтому будет точный восторг. Даже если не наносить сверху тональное средство, все равно очень красиво. Да, и вот как раз следующий разворот — это тональные средства. И я всем рекомендую на зиму именно взять вот эту основу. Она называется адаптивная тональная основа The One Everlasting с SPF 30. Но самое приятное, что в этой тональной основе я для себя нашла, это как она круто подстраивается под тон и состояние кожи, и как с этой основой прекрасно ходить с воротниками, пуховиками. Раньше у меня воротники на пуховиках всегда были тонированные, то есть наносишь на себя, тут же все на пуховик, и потом его очень трудно оттирать, отмывать, сдавать химчистку. Вот с этой тональной основой у меня проблем нет, то есть она стойкая, и она стойкая настолько, что хотела сказать насколько, но не вижу насколько. Да, стойкость 30 часов, даже больше, чем нам нужно. Согласитесь, 30 часов мы точно не ходим с макияжем, потому что его рекомендуется смывать каждый раз перед сном. Итак, обращаю ваше внимание, особенно тех, кто уже оценил эту тональную основу, кто ее так же любит, как и я, в этом каталоге она представлена последний раз. И если вы не готовы к новинкам и не знаете, как новинки пойдут, не пойдут, то рекомендую сделать запасец, что я лично и сделаю. Обязательно закажу себе в запас. У меня, кстати, одна уже лежит, тональная основа, и я еще одну закажу, потому что она для меня лучшая. Следующий разворот. Давайте посмотрим, что я для вас приготовила. То, что всегда выдает наш возраст, это шея и руки. Особенно руки, потому что они все время у нас задействованы с водой, с какими-то... Мы готовим, моем, стираем, убираем. Все время много-много контактов с водой, а вода не всегда благоприятна. Влияет на кожу, например, она у меня очень сохнет сильно, поэтому я рекомендую вот такую маску Swedish Spa. Честно говоря, я когда увидела цену, всего 219 рублей, я подумала: опечатка или, как говорят, очепятка? Не может быть, возьму 3. Смотрите, этим я сейчас пользуюсь, вот, то есть он у меня уже прям буквально заканчивается и пойдет в пустые баночки. Я вам сейчас покажу, какой густой, уже трудно выдавливается. Вот какая густая, плотная эта маска. Я ее наношу каждый день перед сном, то есть днем я ей не пользуюсь, потому что она очень-очень-очень жирненькая, очень-очень питательная. Наношу маску всегда на вот эти сгибы, где у нас заломы образуются, и на локти жирненьким, прям плотненьким слоем, и даю впитаться, а потом засыпаю.
Она быстро впитывается, поверьте, не останется на одеяле или на подушке, если вы руку любите класть себе под голову. И у меня уже готовая новенькая лежит. О чем это говорит? То, что я обожаю эту маску, и она действительно творит чудеса с кожей. И представьте, вы можете вот эту роскошную серию, мне кажется, люди знают, что Swedish Spa — это дорого. Эта серия самая дорогая из уходовых серий для тела в Oriflame. Если вы подарите такую маску, а может быть, к ней вы положите еще что-то дополнительно, ведь подарок не обязательно может состоять из одного продукта, можно собирать какие-то приятные комплекты, дополнять чем-то, может быть, это будет, например, маска для сна, это тоже приятное дополнение к ночной маске для рук. И обязательно научите, как пользоваться, чтобы одариваемая вами девушка поняла, что это не просто крем, который днем ей может не понравиться, он густой, он немножко липкий остается долгое время, а то, что его нужно именно на ночь нанести, и тогда будет просто вау-эффект. Что я еще вам приготовила? Ну, я же говорю, трудно было выбирать, поэтому я выбрала все-таки набор пряный цитрус. В этот набор входит два продукта: крем для рук и мыло. По-моему, самый актуальный вариант — подарить какие-то мелкие, недорогие, классные подарки, чем думать, как остаться вообще без подарков. Не очень удобно. А вот такие подарки — это гораздо лучше, нежели шоколадка или коробочка конфет. Да, может быть, мы и любим, девушки, шоколадки и конфетки, но мы их съедаем моментально. Например, я могу коробочку конфет слопать за 1-2 дня. Я очень люблю сладкое и поэтому стараюсь его не покупать, чтобы не есть, но это и не полезно. А вот этот подарок, он доставит кучу радости, потому что аромат пряный цитрус, он напрямую ассоциируется с Новым годом, с этим волшебным праздником, и удовольствие продлится на долгое время. Крема обычно хватает на 2, кому-то на 3 месяца, и кусочек мыла, он очень красиво выглядит, он в виде такого кругляш, как будто из апельсина вырезали серединку, и он такой получился плотный, широкий кругляш, полупрозрачный. Не хочу открывать, потому что у меня есть открытый, забыла его взять, чтобы вам показать, но это полный восторг. Следующий разворот, то, что вызывает у меня вот такое, знаете, какое было вскрик, когда я увидела это первый раз, такая: это же новинка! Оказывается, у нас компания решила побаловать к Новому году, выпустила новые 6 оттенков помады Cushion, и при этом она с блеском, то есть она глянцевая и с блеском. То есть мы уже привыкли вот к такому формату. Я, например, совсем недавно, буквально в 16-м каталоге, заказала новинку. По-моему, Taupe у меня оттенок, могу ошибаться, конечно, если считать сверху на выкраске, то это будет 3-й тон. Потому что у меня был 1-й оттенок, он мне очень нравится, но я захотела что-то более теплое, более мне подходящее под мой цветотип. И я в восторге от этой помады. А тут выходит новинка, и я сразу себе присмотрела мерцающий нюд, поэтому я его уже в первый же заказ себе включу. Уверена, что разберут эти помады в первые дни каталога. Поэтому выбирайте быстро, не тяните с выбором. Вы знаете, что самое обидное, когда садишься делать заказ, а там написано: отсутствует, отсутствует, отсутствует. Руки опускаются, и реально грустно, рассчитываешь на одно, получаешь другое. Особенно в предновогодние праздники не теряйте времени, скидывайте заказы в первые дни каталога. И следующий разворот. Достойный выбор. Макияж. С помощью вот таких вот классных стойких теней. Плюс сейчас есть возможность заказать серебристую подводку, что я тоже хочу сделать. Мы с дочкой очень любим цветные подводки. Но серебро всегда актуально, особенно в новогоднюю ночь. Поэтому я вам рекомендую стойкие тени карандаш. С ними очень легко и просто делать макияж любой сложности. Можно наслаивать, можно использовать как подложку под сухие тени, как я зачастую делаю. У меня сейчас как раз внизу подведено бронзой, в уголочках хрусталик, и сверху я уже работала тенями. И тут я также делала тушевку сухими тенями, чтобы получился эффект более такой вот хорошо растянутой стрелочки
и более интенсивный, чтобы макияж выглядел немного ярче. И заметила, что в этом каталоге появилось два новых оттенка: нефрит, о котором я, кстати, втайне мечтаю, и слива. Вот слива мне совершенно не подходит, а нефрит, да плюс серебристая подводка, это будет, мне кажется, что-то невероятно красивое. И завершает мой обзор последняя страничка каталога, обложка. Многофункциональная тушь для ресниц 5 в 1 Wonderlash серии The One в праздничной упаковке. И как я заметила, здесь будут волокна в форме звездочек, которые придадут больший объем и длину нашим ресничкам, хочется сказать, куда же больше. Это тушь с прошлого года, тоже на Новый год был такой праздничный формат, и я себе одну приберегла. Такая вот классная кисточка, очень удобная, прокрашивает реснички, разделяет, расчесывает, удлиняет, придает объем и еще и ухаживает за нашими ресничками, чтобы они были крепкие, не обламывались, были густые, темненькие. Я очень люблю тушь Oriflame, потому что уход я замечаю однозначно очень классный. И оттенок туши ультра-черный. То, что нам и надо для того, чтобы на вечеринке наш взгляд был просто выразительный и на фотографиях мы выглядели замечательно. Я вас благодарю за внимание. Вот такой у нас получился топчик. У меня, вернее, получился топчик. Я буду рада вашим топам, если вы их напишите в комментариях под этим видео. Возможно, я что-то пропустила. Да, конечно, я хотела вам показать, какие тут классные наборы. То, что крем для кожи вокруг глаз серии Novage с огромными скидками. И здесь много помад, много декоративной косметики и для бровей, и для всего-всего, от кончиков волос до пяточек. Поэтому пишите, что вам особенно понравилось, что вы будете покупать для своих близких на Новый год для подарков. И я с вами прощаюсь на этой позитивной ноте, уже такое немножечко предпраздничное настроение, даже хочется уже наряжать елку и украшать дом. Но пока еще у нас за окном не снежинки, поэтому мы держим себя в руках. Благодарю вас еще раз за внимание. Пока-пока. Миш! Сейчас, пора вернуться.